каждый день мы тренируемся, изучаем что-то новое, занимаемся любимым хобби, отдыхаем, получаем кучу эмоций, грусть, радость, серьезность. И все это по кругу каждый день. Но что значит для вас слово «жизнь»? Вопрос о смысле жизни. Это вопрос о смысле смерти. Если больше углубляться в эту тему, можно попросту сойти с ума, читая все статейки из угла и осознавать, для чего мы живем. Я не знаю, что означает жизнь для вас, но я лишь знаю одно, что моя жизнь — это игра. Отойду от своих мыслей, я. Мы улетим далеко до луны. На этот мир всегда против меня. Да, я уже привык. Мне не нужна любовь, а им нужны деньги. Под любой мотив я делаю бэнгер. Лечь я туда, куда мне так надо. Привет вам из школы для детского сада. Я вижу, ты не вырос, не удивляюсь. Дым вокруг нас. Мы забудем о мечтах, они вокруг нас. Зелеными глазами смотрю на тебя. Ты пахнешь пыль, сломаешь меня. Я улечу, но не останусь слабее. Отличная жизнь. Я стою один, обрывом скалы. Вот это как раз таки пугает. Молочь, я лечу домой через Эмираты. Меня совсем не пугает мои травы. Разбор флоу, я не вижу твоих целей, но ты икон. Так как будто я время, много дел для меня не проблем. Наступило лето, значит жизнь прекрасна. Месяцы работы уже давно позади. Мое лето будет все прекрасно.